Во Владимирской области за сутки 62 человека заразились коронавирусом. Ежесуточная заболеваемость на спаде. Сегодня на 4 зараженных меньше, чем накануне. Общее количество познавших, что такое COVID-19, у нас теперь 31 265. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир, плюс 14 заболевших за сутки. Вчера прибавка составляла плюс 16. Всего с начала пандемии в областном центре 7 163 переболевших. Летальных исходов 0 по сравнению с выходными. Это просто праздник, потому что в воскресенье от коронавируса скончались двое, а в субботу сразу 8 человек. Общая смертность от новой заразы теперь составляет 1059. Выздоровевших уже 3 недели больше, чем заболевших. Сегодня 90 против 62. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 28 598.